Устанавливаю две солнечные панели, которые будут питать светофорный объект возле Спортлайфа. То есть будет у нас запитка от солнечных батарей. Он работает уже давно, сам объект, но от солнечной энергии заработает в ближайшие несколько дней. Первый такой проект в городе, впервые ставятся эти панели. Будем смотреть, как она себя покажет.